Ты из кавказской семьи. Да. А как вообще... Ты, кстати, кто ты по национальности? Лезгин. Лезгин? Да. Тебе нужна лезгинка. Включайте музыку! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Это тот случай, когда мы будем бить Пашу Волю! Это не смешно! Он лезгин! Ему нужна лезгинка! Это не смешно! Ладно, давайте! Давай сначала как гиены просто да. вокруг него. Ты пошутил, не смешная шутка. Впервые за всю свою карьеру, не считая тех 15 концертов. Не надо табуретку. Паша не собирается вешаться. Поехали. Итак, раз, два, три.